Кто теперь помнит, кроме, конечно, ветеранов завода, каким был въезд в город со стороны Каширского шоссе, где была первая площадь молодого поселка Видное, а все это и многое другое запечатлел в своих графических работах Анатолий Куванов, бывший рабочий завода и первый хранитель музея. До того времени, пока не было постоянного поселка, на временном поселке это была центральная площадь. Сюда приходил автобус из Москвы. Здесь был центр этого временного поселка, в котором жили и строители, и первые рабочие завода. А это знаменитый поворот наш на Белокаменное шоссе. Вот оно начинается. Вот сейчас на этом месте стоит ресторан «Арарат» и заправка. Выставка, приуроченная к 65-летию Московского коксгазового завода, будет насчитывать около 10 стендов, на которых будут размещены графические работы Куванова и фотографии, сделанные к 10-летнему юбилею предприятия. Этим фотографиям, ну, давайте считать, 55 лет. Мы, конечно, фотографии сохранились, да, но они, как бы сказать, потеряли цвет из-за того, что были, ну, прошло столько времени. Мы немножко поработали над цветом, то есть придали им более-менее современный, ну, как бы сказать, обновили цвет, цветопередачу, и выставляем эти фотографии на общее обозрение. По инициативе нашего краеведа Владимира Степановича Меньшова и по его идее мы решили сделать такой подарок в виде выставки из фондов районного историко-культурного центра. Эта выставка у нас делится на две части. Инициативу поддержало руководство завода, а в оформлении ее приняли участие общественники и ветераны предприятия. Чем чаще и чем больше молодежи будут видеть вот эти фотографии, вот эти работы. Одна из сторон нашей патриотической работы. То есть город-то произошел. Сейчас спросите кого-нибудь вот там, где Красный Камень, из людей, знают они что это? Они даже не знают, что коксогазовый завод – это градообразующий, что с него все началось. Выставка будет размещаться на территории завода, попеременно в заводоуправлении и в столовой. Людмила Медведева, Павел Игнатьев, Елена Кошелева, Видное ТВ.